Hold up. В России отмечается уникальный праздник – Старый Новый год. Череповецкие автомобилисты решили отметить это событие не сидя дома на диване перед телевизором со старыми песнями о главном, а собраться вместе и построиться в форме большой елки. Автоелка, так называется это мероприятие. Сейчас идет подготовка. Машины уже начали выстраиваться. Сегодня 13 число, оно у меня счастливое по жизни, получается. Предложение мне поступило из Санкт-Петербурга. Ребята устроили его 30 декабря, прям под Новый год. Это у них уже в традицию вошло. Я решил тоже воплотить эту мечту в жизнь, так как в Череповце еще таких мероприятий не происходило. Мне кажется, народу нравится. Главное, чтобы все получилось и прошло все на ура. Планировалось около 189 машин, но и с каждым часом там все увеличился, народ и увеличился. А записалось около 150 машин. И все хотим как бы поместить максимально в елку. У нас есть новая звезда, это новый эвакуатор, который единственный в Череповце. Вот, как раз таки его сейчас объявляют. Он, наверное, будет нашей звездой в нашей автоелке. Я, как и все, за любой кимиш, кроме голодовки. Почему? В этом как сказать, принять общественную деятельность, как и все, почему бы нет. Я давно эту тему слышал, вообще как бы, что давно она в России производится. Вот. И вот мы решили как бы поучаствовать с коллегой. Вот. Шеф дал добро, все отлично. Весело. Хоть будет чем заняться в субботу вечером. А то сейчас холодно. Снега нету, чтобы с горки кататься пока как такового. Хоть что-то. А, да, еще Старый Новый год, вообще отлично, да, получается, как раз Старый Новый год. Построение длилось до самого вечера. Наша съемочная группа была здесь все это время. И мы не выдержали и решили присоединиться и своим авто украсить автоелку.